Здравствуйте, дорогие друзья! Пятая бета iOS 11 уже доступна для разработчиков, но в этом видео мы традиционно расскажем о всех самых важных нюансах свежей прошивки. Так что будет интересно, усаживайтесь поудобнее, потому как у нас, пожалуй, лучшие обзоры iOS на всем русскоязычном YouTube пространстве. Ставь лайк и поехали! Апдейт уже традиционно вышел спустя 2 недели после последнего релиза. Размер прошивки составил чуть более 300 мегабайт, а после обновления свободного места не прибавилось вообще. Что же для нас приготовила Apple? Особо внимательно заметят отсутствие легкого блюра на обоях при загорании экрана блокировки. Исправили баг, когда при просмотре видео в альбомной ориентации вы блокируете смартфон, а затем при разблокировке возникает вот такая вот печальная шляпа. Сейчас все отображается корректно и в портретной ориентации. Здорово, а то пару раз уже приходилось перезагружать смартфон. Да и вообще, сам экран блокировки в альбомной ориентации подправили. Мелкие баги и бесящие недоработки были отправлены в ад. Несколько видоизменились иконки в пункте управления. К примеру, в громкости добавили волны, а в музыкальном плеере iPhone и AirDrop облачили в светлые тона. В виджете Apple Music в правом верхнем углу при подключении Bluetooth гарнитуры теперь будет отображаться анимированная иконка, которая также сигнализирует о наличии альтернативных источников вывода звука. При записи экрана полоска в верхнем углу была перекрашена из синего в красный цвет. Как по мне, лучше бы ее вообще убрали и допилили альбомный режим записи. В практике до сих пор приходится стримить картинку на компьютер, а уже затем записывать. Иконки камеры настроек слегка видоизменились, а вот в контактах по аналогии с напоминаниями вкладки переместились на правый край, что также непонятно. То же самое коснулось и иконок в настройках. Штатное приложение погода сделали более информативным. В ней по часам вместили в разы больше интервалов, вместо 5, которые постоянно приходилось прокручивать. Сейчас стало заметно нагляднее. В сообщениях в предыдущей бете при отправке мультимедиа в нижней части дисплея появилось свободное пространство, а все миниатюры стали более компактными. Сейчас это пофиксили и отображается все как надо. Более полугода тестов понадобилось, чтобы допилить функцию портрет или съемку с эффектом боке. Теперь она официально вышла из процесса тестирования, о чем говорит окно приветствия при переходе на соответствующую вкладку. Если пройти в настройки, то помимо обновившихся иконок приложений в разделе экстренный вызов SOS появилась анимация, демонстрирующая активацию функции. В заметках убрали пункт меню о повторном запросе пароля в заблокированных записях. А вот в настройках Safari появился пункт, при помощи которого можно разрешить или запретить доступ Siri к результатам поиска и предложения. Любители потешить себя якобы темной темой, активируемой через смарт-инверсию, расстроятся, потому как некоторые даже системные иконки приложений инвертировали цвета. Смарт-инверсия, заменяющая кому-то темную тему, это, как по мне, так какой-то особый вид извращения. Синтетические тесты производительности не вносят никакой ясности в общую картину. Результаты плюс-минус одинаковые, что в Geekbench 4, что в Antutu. Переходим к практике. Что на iPhone 5s, что на iPhone 6, картинка примерно одинаковая. Последняя финальная версия iOS 10, в частности 10.3.3, работает ощутимо быстрее. На iOS 11 устройства включаются медленнее, да и запуск приложений происходит более задумчиво. В iPhone 6s и iPhone 7 скорость работы устройств приблизительно одинаковая и сравнимая с iOS 10. Подводим итоги. Скорость работы устройств, по субъективному мнению, ровно как и автономность девайсов, осталась на прежнем уровне, который не дотягивает до последней актуальной прошивки iOS 10. Количество багов определенно сократилось, но они все же еще есть. Так обновляться или нет, спросите вы? Скажу так, кто сильно жаждет, пожалуйста. Сейчас прошивка уже вполне себе ничего. Но остальным я рекомендую дождаться сентябрьского финального релиза. Не забываем подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Скоро будет несколько очень интересных обзоров техники. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч.